с трубочки поливать? Или так? Давай с трубочки. Вот, блядь, привет автосервису. О. Ох, тебе. Ой, ты что делаешь? Да он постоянно ее тут так ставит. И что, ты хочешь отрезать ее просто? А? Ты хочешь отрезать ее просто? Как мне еще заехать? Ну да, по-другому не так. Дядя психанул. Порвал как тузик тазик. Вот так паркуются у нас Бескудникова, блядь. И если вдруг кто-то не понял, для вас объясняю еще раз. Смонтируем же потом, да? Наган 44-го года, калибр 7,62. Проверка забрал, бронешлем. Раз, два, три. В ушах звенит. Сейчас, видно. Салам алейкум, хизя. Алейкум ассалам. Че, куда путь держишь? А вот и везу спарринг-партнера к Хабибу Нурмагомедову в Сан-Хосе, в Акко. Какого спарринг? Че, не видишь, что ли? Вот Миша. В прошлый раз бал не взял у него, в этот раз по-любому долгий забал. Вот он, Масушка. Миша, Мишань. Это че, это, блин, это реально, что ли? Подожди, подожди. Подожди, это че, реально, что ли? Давай, тяни, тяни, тяни. Резко не надо. Бля, поймал! Смотри, чё. Заряжай, бронебойный, заряжай. Бронебойный. Заряжай. И выстрел. Вот да, глаз, лбом, а не глазом. Выстрел! Выстрел! МЗ, заряжай бронебойный. Заряжаю. Опять нажимай кнопку. Да не надо. Заряжай! Да.
палец. В смысле он меня подрезал? Я не понял вообще. Ты как ездишь? Чё хочу? Извините. Ты что ли? А? В смысле это свои были? Да, я понял, заебал. Ребята, время 7 часов, и в честь свободы интернета, в честь свободы слова, запускаю самолет. Вперед, самолетик! Вперед, телеграм! Да ебаный в лед, блядь, ты заебалась своей телеграммой, блядь! Ты вашу мать, блядь! Так, смотрим. Первый этаж подъезда. Лестница. Уважаемые товарищи, показали. Лестница вся занесена. Открываем первую дверь. Предбанник. Снег. Ну, почти. Почти по колено. На улице творится полный беспредел. Я пошел. Третий год выпуска этих коньков моих. Представляете, вот сколько они дюжат, вот как делали. Вот сижу одна вот там на кухне, сижу и смотрю. Какая-то прямо радость какая-то или как настроение хорошее. Потом всегда думаю, вот кто-нибудь бы рядом был, смотрел бы, какая красота. Вот красота неимоверная. Летом, когда много людей, вот иногда иду и говорю, ну подбирайте за собой, убирайте за собой, не оставляйте, все это в Байкал идет, да? Это все бросить после мужа, да? Но я этого не могла сделать. Я знала, что здесь очень тяжело жить. Отец трудился, да, с мамой. Вот. И как бросить? Ну как бросить?